Всем привет! У нас сегодня на разборе геометрический секционный узор, очень красивый, а главное, крайне простой. Раппорт составит 5 петель и 10 рядов высоту. В моем образце пряжа Аделия Хэппи. Переходим к мастер-классу. Все внимание на экран. Сейчас у нас первый ряд раппорта. Кромочная петля. Скрещиваем сначала две петли между собой, так чтобы первая перед работой осталась, а вторая за работой. Скрестила и провязала их лицевыми. Затем 3 лицевые петли за передние стенки, 2 и 3. Повторяю раппорт, скрещиваю 2 петли между собой так, чтобы первая осталась перед работой, вторая за работой. Эти петли в нечетных рядах мы будем скрещивать до конца раппорта узора по высоте. И 3 лицевые петли за передние стенки. Второй ряд все петли провязываю изнаночными. Они у нас получаются по узору, то есть так, как ложатся петельки. Теперь третий ряд. Вяжем его как первый. Кромочная петля. Скрещиваем 2 петли между собой. Первая перед работой, вторая за работой. Скрестила и каждую из петель провязала лицевой, а затем 3 лицевые петли. Скрещиваем 2 петли между собой, провязываем их лицевыми и далее 3 лицевые петли. Это будет третий ряд. Четвертый ряд я начну с петель симметрии, так как они у меня в узоре присутствуют. Это будут 2 изнаночные петли над столбиком из косичек, из косички одной. И далее основной раппорт. 3 лицевые за передние стенки и 2 изнаночные петли над косичкой. 3 лицевые за передние стенки и 2 изнаночные петли. Это будет четвертый ряд. Теперь пятый ряд. Также начинаю его со скрещивания петель. Первая за работой. Первая перед работой, вторая за работой. Лицевыми я их провязала. А затем 3 лицевые петли за передние стенки в моем варианте, чтобы петли у меня не были перекручены. Шестой ряд будет как четвертый. Начну я его с кромочной и 2 петель симметрии. Они будут изнаночные. И далее основной раппорт. 3 лицевые за передние стенки и 2 изнаночные. Раппорт очень легко запоминается. Седьмой ряд будет как предыдущий нечетный. Кромочная, 2 петли скрещиваю, первая перед работой, вторая за работой. Скрестила, лицевыми провязала. А затем 3 лицевые петли за передние стенки. 2 и 3. Ряды у нас уже повторяются до конца раппорта. Восьмой ряд, кромочная, 2 изнаночные петли симметрии и основной раппорт. 3 лицевые за передние стенки и 2 изнаночные над столбиком косички. Девятый ряд будет аналогичен последним нечетным рядам. Кромочная, скрещиваю 2 петли, провязываю лицевыми и 3 лицевые петли за передние стенки. Ну и наконец последний, десятый ряд. Здесь также все уже будет понятно. Кромочная, петли симметрии, 2 изнаночные и основной раппорт. 3 лицевые за передние стенки и 2 изнаночные. На этом я завершаю раппорт данного узора и мастер-класс.